Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Виктор Павлович, фамилия Туровинин. Я один из тех, кто начинал в России бизнес интерьерных часов. Мы открыли первый магазин в России в 1994 году в Петровском пассаже. Это было революционное по тем временам событие, поскольку мы выставляли в тогда практически разоренной стране вещи, которые стоили по цене квартиры. То есть наши напольные часы стоили столько же, сколько стоила квартира в Москве. Она стоила 10 тысяч долларов. И мои западные партнеры были не в восторге от идеи развивать систему магазинов в России, поскольку считалось, что это, в общем, не будет продаваться. Но любовь русских к дорогим и качественным вещам, к механике, она сделала свое дело, и этот бизнес, начиная с Москвы, потом распространился на другие города. Я был в Калининграде, был в Владивостоке, в Питере. И было большое количество магазинов, которые сделали по образцу именно магазина в Петровском пассаже. Изначально была идея работать только с качественными вещами. Это не должно быть ни подделок, это не должно быть ни низкокачественных вещей, поскольку мы с самого начала гарантировали людям работу механизмов 10 лет. Никто до нас этого не делал. И до сих пор ни одна компания мира не предложит вам такие гарантийные обязательства. Поскольку более 3 лет никто не дает. Мы даем, потому что мы знаем цену нашим вещам. Сегодня мы находимся в Крокус-Сити-Молле. Этому магазину 15 лет. Тут есть много интересного. Мы еще с вами пройдем по магазину. И я расскажу особо те вещи, которые мы делали первые в России. И я думаю, что вам это будет интересно. Ну, давайте пойдем.